Рейдовые группы выехали на место нелегальной стоянки экскурсионных автомобилей. Там было обнаружено несколько автомобилей ГАЗ-66, кузовы которых оборудованы для перевозки людей. В ходе осмотра машин выявлены серьезные нарушения технического состояния грузовиков, нарушения правил перевозки пассажиров. Кабины порой были фактически разрушены. Так, при осмотре одного из автомобилей в руки сотрудников ГИБДД посыпались гайки и другие запчасти. Между тем, этот грузовик работал на линии и перевозил пассажиров, в том числе и детей. По факту всех выявленных нарушений составлены административные протоколы, один автомобиль эвакуирован. В ходе проведения рейдовых мероприятий были выявлены грубейшие нарушения в области пассажирских перевозок, также выявлены нарушения технического состояния автотранспорта. Многие автомобили находятся в ужасном техсостоянии, поэтому такие рейдовые мероприятия будут проходить на протяжении всего курортного сезона. Сочинская ОВД настоятельно рекомендует всем организациям и частным предпринимателям, обслуживающим экстремальные туристические маршруты, срочно привести автомобили в соответствие с требованиями законодательства. А туристам при малейшем сомнении лучше отказаться от поездки и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.